Праздник Масленица является пограничным между зимой и весной, сохраняя черты элементов славянской мифологии, которая сформировалась до начала крещения Руси. Он длится одну календарную неделю, после него наступает Великий пост. Название произошло от масла, которое, как и другие продукты, будут под запретом после недели. Но, впрочем, оно не всегда было таковым. Раньше праздник именовался Камоедицей, а начало этого сложного слова означало у древних славян медведя. Ко, то есть медведь, просыпался в это время, и люди хотели задобрить отошедшего от сна зверя. Ведь он хозяин меда, и для древних славян это лакомство, источник здоровья и силы. Поэтому благословенный праздник назывался Камоедицей. Когда говорят, что первый блин комом, это неправильно. Первый круглый и пышный символ масленицы якобы отдавался комом, то есть предназначался для медведей, чтобы их задобрить. Каждый день праздника имеет свое значение. Понедельник, встреча. Встречать праздник нужно блинами. Первый должен быть выпечен обязательно в этот день. Вторник, заявище, время для молодежи. Парни и девушки встречались, присматривались друг к другу, стали с ужином. Среда, лакомка. Дядь входит к теще на блины. Чем радушнее она его встречает, тем счастливее и богаче будет семья дочери в новом году. Четверг – разгул. Все от млада до стара выходят на народные гуляния. В этот день ни в коем случае нельзя было грустить и оставаться в одиночестве. Пятница. Теща на вечерке. В гости к зятю идет теща. Если он будет к ней добр, то получит благословение на всю свою семью. Суббота – заловками посиделки. Она должна была собрать женщин своего рода и родственниц с мужей стороны. Зачастую в субботу в доме яблоку негде было упасть. Многие приходили просто поглазеть. Воскресенье. Проводы масленицы. Народ сжигал чучело и готовился к посту. Еще можно было сытно покушать. Но веселье можно было чуть-чуть убавить. Масленица, пожалуй, самый веселый и вкусный праздник весны.